перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Ребята, подскажите, кто живет в поселке Каменоломни, поселок городского типа, в Ростовской области. Пока мы здесь находимся, я не знаю, где нам поесть. Видишь эту область? А? Сильно видно? Нормально. Ребят, повторяю вопрос. Мы в Каменоломне. Мы в Каменоломне. Ростовская область, поселок городского типа Каменоломни. Подскажите, где у вас можно перекус сделать? Перекус. Я. Здравствуйте. Ребят, еще раз повторяю вопрос. Мы в каменоломне. Хотим где-то перекусить. Где сделать? Поселок городского типа Каменоломни. Находится возле шахты. Брачи наезжайте, Лена. Чё? Лена пишет, брачи наезжайте. Брачи недорого. Далеко. Но вкусно. Брачи на лучшее. Так, ребят, тут звонок идет с посольством. Я сейчас выйду и зайду снова. Федерация с Мальдонадо. Фабио Мальдонадо, полутяжелый вес. Бой за пояс чемпиона мира по версии Fight Night Global. Бой не знаю, где пройдет, но ванговать тоже не буду. Не, ну я-то знаю, вы же знаете, ребят, свои коны, постоянные смс-ки от серьезных людей. Ну, вам пока не могу. Звонил ты? Дай посмотрю, что там за братики заезжали. Угу, спортмастер. Роман, 500 бонусов действуют до первого. Успейте потратить. Спасибо, спортмастер, всегда заботишься обо мне. Пофиг, что я был там сегодня так раз в жизни. Давайте только без этих провокационных вопросов. Я всех люблю, вы же знаете. Я никак не отношусь к нему. Я отношусь с большим уважением и любовью к касте. Это мои отцы. Уважаю касту, обожаю. Вообще отличные пацаны. За них плохого невозможно ничего сказать. Поэтому буду такую тему пресекать. Вы же знаете, что я смотрю сейчас за этим всем. Смотрящий за базаром российского рэпа.
Пока Смоки делает стол хип-хопа, я вот сделал свою смотрильню, называется. Шкура! Продажная шкура! Йоу! Put your hands up! Put your hands up in the air, yeah! Разогреваемся, ребят! Братан, здорово! Ну чё, в UFC сегодня играем? И этой, что её косы я люблю, теперь изменой подогреты, в голове я их палю. Мадам, они не в том салоне, где незнакомый мне пацан. Вернее, я дядя седовласый, в руке вино и пармезан. Партнеры мило сушат зубы, повод есть. Блядь, есть. А часть сальва от суши дуба. Блядь, мне нравится. Из ресторана с позитивом упали вместе в черный джип. Еще с утра моя ведь дива и кавалер, блядь, крутный тип. Другие все! Шкура! Продажная шкура! Светою призвалась, но на бабки повелась. Еще раз! Шкура! Продажная шкура! Святою ты звалась, но на бабки повелась. Шкура! Палец пошел! Продажная шкура! Святою ты звалась, но на бабки повелась. Шкура, продажная шкура, святою ты звалась, но бабки повелась. Шлюха! И не видно, близкая мне душа. Не-не, ребят, это новый хиток, и скоро вы будете качаться под него все. Я вам обещаю, что шкура выйдет до альбома. Поэтому ждите, ребят, этот сингл. Ждите шкуру от Воронкина Романа. Что, порвал уже? Красава, Лёх. От души. Видите, да, ребят, что волос на голове много, что они немного посидели. Но! Повела! Ах ты ж моя шкура! Ах ты ж моя шкурочка, ах ты ж моя шкура, ах ты ж моя дурочка, ай-яй-яй. Да? Такие песни он такие. Да ты ж ты моя дурочка, а ты ж ты моя курочка. Шкурочка. Ребят, да, я вижу, что немного разнесло, но в принципе живу. А вы знаете, ребят, допустим, я, наверное, не говорил никому, что у меня самый большой бицепс в городе, Гуково. Наверное, и не слышали, да, наверное? Ну вот, будете знать. Самый большой в обхвате. И это еще не забит. Потому что, а в чем смех вас, я сейчас не понимаю. Ладно, покажу потом бицулю вам. Песен миллиона прекрасным, я
Ладно, давайте поиграем в прямой эфир. Кто хочет ко мне добавиться в эфир? Как это сделать, фанаты? Да мне надо сделать. Нет, это тебе будут предлагать. Ну и что-то ни одного предложения не вижу. Ребят, предлагайте свои эфиры, будем делиться хорошим настроением. Будем друг другу желать всего самого-самого хорошего. Наверное, в самом начале, когда ты заходишь, появляется, стать гостем. Ты уже не моя. За тебя еще... легенда Iron SA. А вы можете? Давай с тобой трансляцию, брат. Нет, да нет. Как добавить его, я не понял. Ждем результат. А, братуль, результат, да. Как насчет трансляции? Да, 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 я буду подъезжать на берегу. Что-то не вижу ни одного добавления. Я вот к тебе сейчас зашел. И как панду добавить. Знаете, панда легенда есть со мной на альбоме, рэперок такой. Не рэперок, а мой друг. Дружище мое, братулище. Так, что-то панда бреет. Так, панда, как всегда, нас побрила с прямым эфиром. Стасянчик, тогда тебе всего хорошего. Большой привет. Любим. Ждем треков. Иса, прием, легенда, выйди на связь. Как это сделать? Вот вижу, вижу парня. Иса, как добавить тебя, братан? Как сейчас добавить? Как его найти? Айрон написал. Ну, давай, что ты? А, видишь, тут даже писать. А, вот. Ну, и что? Айрон SA. Добавить. Так, ребят, ожидаем сейчас связи от легенды этого мира, величайшего нокаутера тысячелетия, самого устрашающего, самого сексуального мужчину 2016 года, Иса легенды. Ну, в 17-м уже семья, как бы он уже спад, пошел на спад. Ну что, легенда, ты меня слышишь? Нормально все? Что я не слышу? Брат, что мы тебя не слышим? Прием. А, брат. Йо-йо-йо, мы слышим тебя, легенда наша. Иса, когда бой? Когда бой? В полутяжах, в среднем весе. Где ждать? Во втором среднем тебя. Просто фанаты одолевают, если сейчас все-таки уже зашел разговор о твоем будущем. Может быть, супербой. А ты меня слышишь? Ты слышишь меня или нет? Да, да, брат, слышу. Плохо что-то я тебя слышу. Ну, нос твой я хорошо вижу. Так, братан, Иса, предлагай ты мне эфир. Так... А, блин, а как мне его теперь вы... Так, ребят, вы видели, как мы Ису быстро с эфира выкинули. Каким бы уважением человек не пользовался, вы видите, что эфиры это... Очень серьезно. Мои эфиры всегда топовые эфиры. Мои эфиры всегда с кучей лайков, с кучей репостов. Спасибо, ребят, спасибо. Не снимай, братан. А что будет? Там... Задержка, ребят, ну... Ждите. Дань, с тобой, что ли, наверх? Против друг друга? Шанс есть у тебя, брат? Новороссийск? Да вроде не собираюсь пока, ребят. Если пригласите, реально приедем. Прям просто пишите. Приезжай, Ром, в Новороссийск. Я выезжаю уже. Ты уже не моя. Вилчин мне написал. Не знаю. Это, ну, грубую на меня фразу написал. Сейчас покажу. Где этот животновод?
Рустам какой-то, понял? Ты чё в натуре, обезьяна рустамовская, беспонковая? А? Рустам. Обоссанный. Яу-яу. Я не хочу, ребят, понимаете, негативно как-то разговаривать с людьми. Ну, кому-то когда-то надо это делать. Что-то надо говорить иногда людям таким беспонтовым животноводом. Я сам знаю, ребят, что мир не без хороших людей, что их очень много. Надеюсь, лучше. Ля-ля-ля пишет. Сало жри, говорит, похоже. А ну приезжай ко мне, буду разбираться с тобой раз на раз. Черт, без банки. Сало жри. Хохол. Ой, натуре. Я понял, братан, что тебя выкину. Ладно, ладно, я успокоился, все хорошо. Я не пойму, что это у меня такое двигается? Это торможение. Я торможу, ребят, ну в смысле экран или нет? В смысле не экран, а эфир. Нормально вам? Потом у меня что-то крутится, кружок. Может, мне уже надо выскочить отсюда? Просто я вижу, что эфир как бы топовый, и как его прерывать, я даже и не представляю. О, видишь, написали Рустам кто? Это фамилия его? Вот, смотри. Блин, ну где? Вот, Рустам. И у меня нормально все. А что кому не нравится? А, так это у меня лайки ставят. Бля, у меня, видишь, сколько лайков? Ребята, вы в курсе, что все ваши сердца идут прямо вот сюда? Давайте, еще, еще. Питайте мне, ребят. Я проживу дольше так намного. Где-то на дней 17. Коза Ностры, большой привет. Стасяну огромный привет. Диман, передавай. Скажи, что уважаем пацана, любим, скучаем. Надеюсь, встретимся. Ну, вернее, встретимся, конечно. Вот такая жизнь, ребят. Такие лайки. Лайки тормозят мой эфир. Эфир выбивается в супер топовые эфиры, сверхтоповые новые эфиры. Это. Как-то так. У нас в городе, кстати, новая болезнь. Чурил называется. Ладно, не буду, да? Хотя же с меня разница, вообще-то прикол. Ребят, а вы видели когда-нибудь человека-акулу? Вот просто, это не прикол. Грифона видел, человек. Да, я видел. Три сотки дал, пацан. Четвёрный, прям сам на колени. Да, у него молния, типа, нету молнии. И он на этих, на пуговицах только застёгнут, понял? Минус 40, он идет, я думаю, что-то не то, блин. Смотрю, стучит, прикинь, гараж. Давайте, ребят, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу, если есть. По поводу альбома, альбом готовится, альбом выйдет. Я очень хочу, чтобы вы услышали, естественно, ребят. Никто не забывал о вас. Как-то так, ребят, как-то так. Лавашом много накручиваю. Может, может, горячий. Ну, а так, да, нормально. Да и мясо хоть. Не знаю, я не слышал про Рамс Хованского и Штахи. А что они ругаются? Ехать мирить, что ли, мужиков опять? В общем, что еще, если уже эфир этот про откровение. Волосы, конечно, у меня дробильные. Жесткие, соломистые. Хорошо, хоть не секутся. Кончики. Да, кончики. О,
Приехали на МРТ, поселок городского типа Каменоломни, по Большой Садовой, стоим, ждем вас всех, пока никто не подходил. Переулок Садовый. Дом какой? 23. Дом 23. Переулок Садовый, дом 23. Поселок Каменоломни, Ростовская область. Если кто-то поблизости есть, ребят, приезжайте. Хлебом, солью уж точно угостим. И малосолью. Наверное, хотите написать, почему я такой фотогеничный? Это от рождения, камера меня любит. Ребят, я приеду в Вологду, когда вы растормошите вашего организатора, скажете, брату, пришло время, пора крокодилу здесь все раскачать. Ты достал уже возить этих беспонтовых укурков. Привези пацана, у которого рука больше, чем у тебя голова. Почему я такой мудрый? Жизнь. 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 Где соль, там дига, написано. Ого. Где соль, там дига. Жестко. Пока вот... Что это? Пепс. Ну и что там, где этот Рустам Абосов? Или он едет уже? На переулок? Ребят, ну вот еще давайте, раз я вышел, потому что это вроде как мой последний эфир, больше я вообще никогда не выйду. Значит, это... Кидайте предложение. Что делать вообще, как в следующих эфирах, если вы? Может быть, вам сыграть на балалайке, может обучить музыкальному инструменту какому-то. Может быть, вас интересует лайвы со студией. Да, ребят, лайков до стальки очень, до такой степени много, что я всех полюбил. У меня до такой степени сердце разрывается от любви, что я выпускаю альбом про любовь, который называется «Тюльпан». На лиричной основе. Хорошо, ребятушки, я сделаю... Вам лайв со студии покажу, как примерно записывать, что делаю, если вам это будет интересно. Потому что давно не делился с вами ничем, как-то был у меня период, я сейчас возвращаюсь в игру, так сказать, да? Нет, а может и поздравлял. Ребят, не знаю, поздравлял, нет вчера. Всех защитников Отечества с праздником, здоровья. Всем военнослужащим, армейцам, пацаны, уважуха. Служите. Защищайте нас. Нас. Только респектуля, в общем. Только респектуля всем, кто на заставах. Всем, кто в патрулях, всем, кто в караулах и в дембелях. Всем, кто любит очень сладкое. Я в армии, когда жил, я чуть не умер. Чуть не сдох, раз 70.
Первый раз я чуть не сдох, когда я заходил в сладкого, я чуть не умер просто. Понимаете, ребят, я служил в Омске, в холоде, 242-й воздушно-десантный учебный центр. Вот и представляете сами, когда ты попадаешь туда в ноябре, мальчиком 18 лет, девственником без вредных привычек, и начинается вот это все. Ты тоже лег был? Ну, смотрите, мы с братом вместе, брат. Вот. А, ну красавчик. Не, ну у меня тоже как бы БМДха была в этом. Не, ну в смысле, в учебке, что у тебя машины не было. А так, да, у меня БТРДшечка. С двумя пулеметами. Такие дела, ребят. Я в армии до такой степени хотел сладкого, что я чуть не умер. Просто. Просто один раз я чуть не умер. Когда я увидел, как какой-то слон выбежал вперед меня, достал из кармана конфету рачки. Есть такая рачки. Это карамель. И он съел ее в ремне. И все. Приступ был. Блин, я тоже в армии нашел все эти конфеты, рачки, карманы. Она уже такая заворачивая, она шишала вся в песке. И ты ее прям с песком, да? А я на нее смотрю, думаю, творение, это в жизни как не хотел, там сосал, конфеты. Да, и сгущил. Вот понял, убыл, я бросил поболтал. Курить. Я сразу в армейке бросил выпил. Курить. Понял? Чтобы это, мне сахар давали. Тебе давали, Леха, в учебке сахар? Да. Вот, тип. Бля, тип пишет, ты заднеприводный мне. Евгений Зеленский. Жень. Скажи честно, волнует эта тема? А? Кусок ты пробитого петуха. Задний, говорит, приводный, понял? Евгений, так, дай фамилию еще раз, запомни этого в натуре. Шерстяного этого. Койота. Евгений Зеленский. Я к тебе сейчас зайду на страницу петушара, посмотрю, где ты вообще обитаешь. Посмотрим, кто из нас потом будет заднеприводным. Чучело. Нет, ребят, рэпу я посвятил всю свою осознанную жизнь, поэтому я от него не устаю. Нет, я как бы уставал, в том и суть, что как бы полгода я немножко отдыхал. Вы сами видите, что меньше всего, меньше объема, меньше клипов, меньше музонов. Ну вот пытаюсь возвращаться, делаем потихоньку. Такая движуха. Да, сладкое в армии это, конечно, жесть. Не знаю, пацаны, как вас кормили, у меня было очень жестко. Меня кормили просто водой. Вода и там шкуры от вот этих коров или кого они там резали. Вот эти шкуры там плавают, я шкуры грызу и водичкой запиваю. Вот, в принципе, и еда. И это как бы не прикол. Я прожил в полях и, ребят, хапанул чего-то. Вообще, армейка, конечно, это страшно. Писал, но очень мало. Сейчас какие-то открываются дыхания страшные. И вроде получается вроде делать песни снова. Тема достаточно щекотливая, ребят. Я бы с вами поговорил об этом, боюсь, надоесть. Давай, МРТ-ха, работай, ну ёк макарёк. МРТ! Плохо, Диман, плохо. Не знаю, я не знаю, как сейчас кормят. В принципе, когда я уже дослуживал и переехал со станицы Раевской в дивизию, в город непосредственно, но в кубрике для контрактников двухместные, извини меня, братан, так жить в армейке уже получше можно, жить не тужить. Кормили, в принципе, лучше. Лёх, тебя получше кормили? Ну, Бикус, то понятно, а вообще? А ты в дивизии был? А, ты тоже в Раевке был? Я в Раевке, мы вообще полчаса строили, там уже
Ну ты типочек. А что ты это, получается, в полку это? Ты видел мои палатки, разведки? Или ты разведчик? А, ты в бате, да? А что это, разведка ж как всегда в конце в самом стояла? Тебя там до сих пор помню. Ой, блин, видел, да? Старшина Слава Баранов, я с тобой сижу. Слава? Да. Ой, честно, я его не вижу. Я его не вижу. Слав, Баранов, Слава, ты помнишь нас? Братан, некрасиво, сука, вел себя, братан. А чё это? Бля, жизнь одна, лё. Правильно, когда ты туда еще приходишь, молодым пацаном. Правильно? Страшно, Лёх, я это, сам умирал немного. Не, ну, я его видел. Так, у меня, короче, эфир лагает, я так пойму, да? Почему это? Почему я комментариев не вижу? А, тихо, вижу, вижу. Все нормально, идут. Так, ребят, ну что, прощаться будем, да, наверное? Там вон человек написал, кто ты, вопрос. Объясните, если человек не понимает, да? Дайте я вам просто Леху покажу, чтобы понимали, на ком мы позитиве живем. Просто смотрите на шапку сейчас. Лёх! Глянь. Так, ребят, ну что, мы погнали? Нет? Напоследок фиток. Все, спасибо, ребят. Спасибо большое всем за эфир, спасибо за добрые слова. Не болейте, будьте, учитесь хорошо, уважайте старших, не ругайтесь при детях, живите по совести, справедливость не ищите. Это завет. Это завет от диакона Романа. Значит, а мы удаляемся. Удаляемся для того, чтобы подвигаться тут. Посмотреть, что у вас в каменоломнях вообще есть. Спасибо, ребятушки. Спасибо. Спасибо. Так, все, пошел страницу Женьки этого искать, ребят. Давайте.